расскажем, как это все происходит. Сегодняшний день у нас трудоустроены работают 386 человек, из них врачей 76, медсестер 148 и санитаров младшего медицинского персонала 162. Люди абсолютно все из разных регионов, большинство, конечно, это Московская область, Москва, ну и первая Красногорская больница. Что им низко, спасибо. Также из всех регионов, это и Красноярск, Питер, Томск, Тула, Курск, Кемерово, вся география Российской Федерации. Все для комфорта пациентов здесь есть. На каждой койке подведен кислород. Есть телевизор, чтобы пациентам не было скучно. Также есть в каждой палате душ с туалетом. И ходят с водой. Я просто работаю в приемном отделении, и люди поступают грустные, расстроенные, и выписываются, они тоже выходят через приемное отделение. И когда у них увидишь на лице улыбку, это радует. И запоминаешь их всех и каждого. Значит, мы продлим действие госпиталя еще на месяц, до августа. Но в августе, в том формате, в каком он сейчас находится, имеется в виду 36 тысяч квадратных метров, это, по сути дела, 70% первого этажа третьего экспо, такое, так сказать, расположение его невозможно. Но если будет необходимо, мы сможем его перенести на второй этаж. Но мне кажется, что в августе уже острота этой проблемы снимется. Второй вариант, который мы тоже готовы предложить, это его разукомплектовать и заскладировать для того, чтобы была возможность его 5-дневного, 7-дневного развертывания. То есть, если, не дай бог, опять так называемая появится вторая волна, то мы можем его заново собрать очень быстро, потому что, по сути дела, все комплектующие будут на месте. Врачи работают. Как у вас дела, коллеги?